Итак, я снова продолжаю играть в Готику. Я принес Сатурусу Юнитор, который мы в прошлой части нашли. Во имя! Так. В горном форте я нашел один из юниторов. Невероятно! У нас есть целых 4 камня! Нам не хватает всего одного. Когда их будет 5, мы сможем приступить к делу. Ты оказал нам неоценимую услугу. Но найди нам последний камень, и мы сможем освободиться из этой тюрьмы. Надеюсь. Ну хорошо, найдем. Только сначала давайте-ка заглянем к Риордану. Зельки. Во имя ма... Так. Покажи. Самые лучшие рисовые товары. Мне нужен эликсир быстроты. Все время одно и то же. Так, этих эликсиров в жизни у меня полно. Мне эликсиры быстроты нужны. Именно. Это не случайно. 700. Подождите-ка. Здесь никому нельзя так доверять. Это нам не надо, это тоже не надо. Ну и все. Так, а и почему артефакты у меня тут какие? Бонус к ловкости 5, защита от магии. Бонус к себе 10. Что-то не было в этой истории. Так, ну вот это мне не понадобится. Мои! Так, еще раз. Покажи! Так. Я ему тогда отдаю. Вот этот амулетик. Эти оставляю. Так. Даю ему вот эти свитки. Не нужны они мне. Только между нами. Так, ну я отдаю ему, наверное. Что я ему еще могу отдать? Такое со мной больше не случится. Мясо жука, воду. Наверное, ты прав. Так. Раньше все было намного лучше, не то, что сейчас. Статуэтки спящего, они мне не нужны. Факела мне тоже не нужны. Не нужна. Ложка мне зачем? Так, трофеи. Чужие проблемы, не мое дело. Чуточек не хватает. Все время одно и то же. Чужие проблемы, не мое дело. Ну, можно про первый круг магии книгу продать. А вот теперь покупаем. Нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Больше я тоже случайно посмотрю со стороны. Можно купить еще чего-нибудь. Все время одно и то же. Больше лучше я посмотрю со стороны. Ладно, больше там уж тебе слушать эту болтовню. Чего-нибудь. И почему нельзя держать рядом с золотом? Решенный вопрос. Что здесь что-нибудь? Что у меня имеет ценность 1? Ничего. Глупость неизлечима, я давно это знал. Ну, кроме руды. Ладно уж, дам тебе руды кусок. Здесь никому все нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Почитаем-ка его книгу. Алхимия плюс 10. Супер. Не самое лучшее решение. Ладно. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Это не слишком. И давайте сейчас поговорим о чем-нибудь. Убежим в старый лагерь. Так ты говоришь. Но слушать, я уже это не буду снимать дорогу туда. Неинтересно будет. Итак, встретимся в старом лагере. Прежде чем... Ну,
вот мы, собственно, и в старом лагере. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Я не имею отношения к этому делу. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Мне надо держать верить всему, что говоришь. Здесь никому нельзя доверять. Каждый может обмануть. Глупость неизлечима. Я давно это знал. Только давай лучше сменим тему. Другим не обязательно. Во имя магии! Громко, громко они, конечно, говорят. Я готов вступить в четвертый круг. 25 очков. Тебе уж... типа... Я сейчас могу у него купить одежду Верховного Мага Огня, но она мне не нужна, потому что скоро у нас появится одежда более мощная. Так что не буду зря тратить... Хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Это же не мое дело. Здесь никому нельзя доверять. Возможно... Все, а теперь отправляемся за юнитором. Здесь нельзя говорить, что я попал. Я не имею отношения. Уже тогда было ясно, что с этим уже решение. Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так. Так, нам туда. Я не ошибаюсь, конечно. Ошибаюсь. По-моему, мне в другую сторону. Точно. Мне же надо в другую сторону идти. Так, давайте возьмем магию более мощную. Только мне нужно, чтобы они остановились. Ага, вон один остановился. Thank you.
Привет. Как видишь, наша колония не так уж велика. Все время натыкаешься на своих знакомых. Да, что ты здесь делаешь? Что привело тебя сюда? О, я хочу найти здесь следы одной легенды. Легенды? Да. Мильтон, один из моих друзей в старом лагере, рассказывал мне, что когда-то здесь жили монахи. Конечно, это было еще до появления барьера. Они почитали бога, который награждал своих приверженцев даром превращения в животных. Я думаю, здесь должны были сохраниться некоторые из их сокровищ. А что ты здесь ищешь? Юнитор. Я ищу Юнитор. Он должен быть где-то здесь. Наверное, эта штука находится в руинах старого монастыря. По ту сторону ущелья. Мы могли бы пойти вместе. Мы можем пойти туда вместе. Хорошая идея. Здесь же так много глорхов. Опытный охотник без труда справится с ними поодиночке. Но обычно они охотятся стаями. А стая расправится с любым воином в два счета. Мы идем вместе? Да, но сначала я осмотрю ущелье, а уж потом перейду на другую сторону. Лучше всегда знать, что у тебя за спиной. Ты идем, прав. Я нашел дорогу. А че, ты прав. Опа, шершни. Ну, потом их убьем. Опа, глорхи. Эти твари действительно здоровые. Подожди, Гор, я сначала обыщу этих глорхов. Теперь пойдем. Эти твари действительно здоровые. Вот это удача. Кажется, эта пещера раньше была складом. Теперь ты иди вперед, а я хочу убедиться, что наш отход будет безопасным. Окей. Как скажешь, эликсир и сундук. Открытый. Огненная стрела, свиток. Простые стрелы. Руда. Простой меч. Малый топор. Отмычка. Трансформация лесного жука. И ключ. Оружие к... Пошли. Теперь. Так, ты пока не разговариваешь со мной, окей.
сохранимся обязательно, а теперь будем мочить глорхов магии. Эти твари действительно здоровые! Он нам поможет. Эти твари действительно здоровые. Давай, Горн. Тебе-то не будет особого труда справиться с этими духами. А я пока вон тех убью. Твари действительно здоровые. Теперь заново вон тех убивать придется. Тьфу. Но я вообще-то мог их убить. Так где тут огненный шторм? Эти твари действительно здоровы. Куда ты? Блин. Я по глорхам стрелял, не по горам. Эти твари действительно здоровы. Ах! Ну-ка. Давайте снова. Неудача случилась. Эти твари действительно здоровые. Эти твари действительно здоровы. Так, пусть Горн вперед побежит. Эти твари действительно здоровые. Иди-ка вперед, Горн. Эти твари действительно здоровые. Эти твари действительно здоровые. Вон там валяется труп глорха. Я его потом обыщу. Давай
беги сюда. Придется опять перезагружаться. Горн хрен знает куда пропал. Унесло его, походу, в море. Эти твари действительно здоровы. Эти твари действительно здоровы. Эти твари действительно здоровые. Горный дел, иди за мной, не съерашься. Ты куда? Эти твари действительно здоровые. Куда ты идешь, балбес? Балда ты, Гор. Эти твари действительно здоровые. Спасибо. О, а вон там юнитор лежит. Потому что я уже знаю, он на таких алтарях лежит обычно. Где я его не нахожу? Где я не находил юниторы, они всегда лежат на некого рода алтарях. Эти чертовы ворота. Мне говорили, что еще ни один человек не смог их открыть. Только эти мелкие твари проникли во внутренний двор монастыря. А чем ты сможешь мне помочь? Ты должен найти способ пробраться через эти ворота. Ясно. А,
у меня же есть свиток трансформации мясного жука. Сейчас превратимся мы в этого жука и проползем. Но сначала сохранимся. Зря я, что ли, Глорхов убивал вместе с Горном. Где тут этот свиток? Вот он. Да нет же. А, чертова фигня. Да где же этот дурацкий свиток? О, наконец-то. Стоп, еще один. Какая-то. Тебе удалось открыть ворота. Как вовремя ты использовал это заклинание. Нам нужно идти дальше. Идем. Это похоже на какой-то пьедестал. Возможно, как раз здесь лежал тот предмет, который ты ищешь. Так, а где юнитор? А юнитора здесь нет. Так, как-то я мог там забыться. Здесь нет юнитора. А, он же там внизу. Ладно, идемте сперва вон к той башне. Ё-моё! Нифига себе! Эти твари действительно здоровы! Thank you.
вроде тут пока глорхов не вижу. Они там есть? Идемте пока туда, Паш. Оружие. Так. Теперь пойдем вон туда. Там глорхи. Будь здесь, Горн. Эликсир. Эти твари действительно здоровы. Эти твари действительно здоровые. Тут книга, которая дает нам алхимию. Может, я могу уже сварить какое-нибудь зелье? Да никакой. О, юнитор. Трансформация в кротокрыса. Так. Так ты нашел свой артефакт? Да. Я должен отнести его магам воды. Я еще немного провожу тебя. Чуть
ты тут так трясется? Ай! Что такое? Почему тут все трясется? О, черт! Что это за великан впереди? Откуда взялось это чудовище? Он похож на одного из неуязвимых троллей. Только он не такой большой. Вот как всегда. Если хочешь куда-нибудь пройти, какая-то тварь преграждает дорогу. Кто? А, вон там тролль. Горн. Идем пока со мной. Мы еще там не осмотрелись. Горн, походу, не идет. Ладно, сам доберусь. Наверное, уже мочит тролля. Да, так и есть. Молодой тролль. А, тут еще молодой. Он не такой огромный. Это было нелегко. Вот это да! Мы победили это чудовище, но это был еще молодой тролль. Тогда нам лучше уйти отсюда побыстрее, иначе мы станем добычей его родителей. Кажется, ты прав. Здесь наши пути расходятся. Я хочу еще немного изучить это место. Но мы еще увидимся, я уверен. До встречи, друг. Еще. Так, я вроде как... То есть эти сокровища... Нет, что ли? Где у меня панель заданий? А, вон. Ну все. Ты, Горн, оставайся тут. А нам пора уходить. Ну да и, наверное, на этом все. Если хотите увидеть продолжение прохождения, то, конечно же, ставьте лайк. До встречи!